Mattel приятно удивил инвесторов. Впервые за 2 года квартальные продажи американского производителя игрушек выросли. Спрос на основной бренд корпорации куклы Барби увеличился с октября по декабрь на 0,5%, но эксперты считают это успехом. Предыдущие 8 кварталов падение выражалось двузначными числами. Но главным драйвером роста оказались машинки Hot Wheels. К выходу нового эпизода космической саги «Звездные войны» Mattel выпустил тематическую серию, и продажи подразделения подскочили на 17%. Правда, по итогам всего прошлого года продажи компании снизились, но меньше, чем ожидалось.